Всем привет! Это телепроект «Зачитинься», Алена, Александра и наш конкурс от автокомплекса «Макси». На прошлой неделе мы просили вас выкладывать в соцсети фото с семьей и транспортным средством. Спасибо за участие, вы официально отлайканы. Светофор 228 подписывает фото. Я в таком возрасте песок ела, у этих сестренок уже собственный автомобиль. Ну, как бы да. Мама решила сфотографировать ребенка на Катюше, на боевой Катюше. БМ 13, между прочим, год выпуска 1941. А еще, мне кажется, каждый ребенок вот в таком вот возрасте настоящая боевая машина. Пользователь Инстаграм Екатерина Сидорова выложила селфи со своим, видимо, мужем. Как они подготовились к самому великому дню, Дню Победы. Они сделали из своего автомобиля танк и раскрасили его в цвет... Чего это? Цвет танка. Вот, пожалуйста, лесная нимфа у нас на фото появилась. Валентинка, нижнее подчеркивание, 15.06. Какой сложный никнейм. Мечты подписано. Мечты у девушки о чем? Ну, конечно же, о мойке двигателя. Однако мы просили опубликовать семейное фото, но здесь вот сольное выступление у Валентины. Ну что, для некоторых автомобилей это тоже часть семьи. Да, член семьи. Можно Валентинке на эту тему опубликовать еще один пост и рассказать подробнее о своей девочке, подружке, сестренке. Кто она? А если это мальчик? Ну, может быть, и мальчик. Идем по хэштегу «Зачитинься на авто» на сайт ВКонтакте. Пользователь Светлана Романова выложила фото своей семьи и друзей. Ее забирают из роддома. Девушка пишет: «Я надеюсь, это в последний раз». Возможно, после третьего раза я бы тоже устала, но если бы меня каждый раз забирали вот на такой машине, а это прямо стимул рожать и рожать. Чтобы уже потом за тобой грузовик приехал. Ну или Ламборджини. Как выглядит Ламборджини? Она дорогая. Самым оригинальным фото по версии всей нашей команды стал снимок пользователя в Инстаграме Павла Шиповалова. Ну, действительно, где можно встретить столько мстителей на встрече с Бэтменом и Суперменом? Класс? Очень оригинально. Паша, мы расскажем тебе, как забрать свой приз и получить услугу в личном сообщении. Алена? Ты знаешь, что это такое? Фильтр. Фильтр. Догадалась. Это не просто фильтр, это фильтр-ман, один из ведущих производителей фильтров в мире. Отличный подарок для победителя в нашем следующем конкурсе. Автобутик «Макс» является единственной сертифицированной точкой продаж фильтров «ман» в городе Чите. Внимаем условия конкурса. Ищите в своем гараже забавные запчасти, похожие на смайлик. Отправляйте фотографии в соцсети, Инстаграм или ВКонтакте с хэштегом «Зачтите на авто». Победитель получит комплект фильтров «ман» для салона масляный и воздушный. Итоги подводим 22 мая в 15 часов.